Новый аппарат работает по принципу пневматической компрессии. В зависимости от диагноза врача на конечности закрепляют специальный аппликатор, наполняют сжатым воздухом. Под его воздействием выполняется мягкий волнообразный массаж. Эта процедура восстанавливает лимфатическую систему. С апреля 20 пациентам были проведены лечебные процедуры. С открытием новой онкологической поликлиники здесь открылось реабилитационное отделение, можно так назвать, потому что здесь есть кабинет физиотерапии, кабинет массажа и кабинет лечебной физкультуры. Мы отпускаем процедуры в основном для онкологических больных амбулаторных. В новом нашем кабинете физиотерапии появился новый современный аппарат БТЛ-6000 комби «Лимфостим». С помощью него мы отпускаем процедуры для лечения именно лимфатической системы и улучшения кровообращения верхних конечностей и нижних конечностей. Преимущество прессотерапии, создаваемая новой установкой, снимает боль, улучшает метаболизм и укрепляет иммунную систему. Главное, что способствует выздоровлению больных раком после операции. В новой поликлинике онкодиспансера открылся физиокабинет, который для нас оказывает очень эффективное лечение, помогает лечение. Мы довольны. Большое спасибо персоналу. Очень внимательный и добрый по отношению к нам. Всех с наступающим праздником медиков. Им здоровья, удачи, благополучия, всего, чего они сами себе желают. Стоит отметить, онкологическая поликлиника оснащена современным оборудованием. Наряду с новым аппаратом здесь представлены компьютерная томография последнего поколения, МРТ и цифровой рентген. Камшат Такишев, Гульмира Мамбаева, Павел Соловьев, Алмас Садуакасов, Кукшак Парат.